ребята, я сегодня снимаю влог, как вы уже заметили. Я сейчас просто тороплюсь, бегу на остановку, на трамвай, уже последний, который сейчас меня отвезет в универ, чтобы успеть. Я сегодня буду снимать весь свой день. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Если вам интересно, как я живу в типичный день учебы, то вы сейчас все сами увидите. Здоровайся. Привет. У нас была одна пара. Просто сейчас была одна. Просто одна. Просто одна. И сейчас день с одной парой. Да, Даша с бумажками, все такая, очень типа дорогая студентка. А я просто сумка гигантская и все. Скажите привет. Привет. Я сегодня снимаю влог. Типа, типичный день в универе. Вы часть типичного дня в универе. Ой, спасибо большое. Вот так это происходит. Сидят тут с айпадами. Ну. Пять кружочек. Короче, это наш любимый кофе-автомат. Да. Мы здесь берем капучино. 10 крон, Даш. Я пару прогуливаю сегодня. Да? Да, мне же вместе сейчас. Ну, я думаю, ты пришла ждать будешь, типа. Да, поболтать. Я еще не сказала, что у меня так сейчас через 2,5 часа консультация по диплому. Сказали. Они отрабатываются. В общем, пока я занимаюсь вот этим непонятным, девочки меня покидают. Вам нечего сказать свое оправдание. Удачи. Спасибо. Кофе выпили. Спасибо. Пока-пока. Я только что вышла с консультации по дипломной работе, и я очень проголодалась, так что сейчас буду кушать йогурт с клубничкой. Сейчас спустилась вниз на первый этаж, тут всякие столики стоят, можно заниматься, кушать и так далее, поэтому я сейчас буду кушать, я безумно голодная, я вообще не успела поесть, поэтому наконец-то я поем, и дальше поеду к Франческо. И буду снимать для вас дальше все, что произойдет сегодня. Я пока еще не знаю, какие у меня даже планы, но сейчас мой план — это поесть. Thank you.
Мы идем гулять на набережную, на палку. Будем есть мороженое. У нас супер солнечный, теплый день. Мне уже жарко в своей кожаной куртке. Но если что, я ее сниму. Там будет очень классно, красиво, поэтому я буду сейчас снимать для вас. Say again, gelato. Gelato, eh? Okay, sorry. Doing good. Мы гуляем. Очень жарко на улице, как будто градусов 30. Я в кожаной куртке, у меня просто стекает макияж с лица. Мы только что поели мороженое. Мы идем в непонятном каком-то месте, которое похоже немного на Россию, честно говоря. Какой-то такой дворик непонятный. Your favorite store, babe? Yum. Your favorite store? Если что, мясо не кушаю. Мы идем на остановку. Точнее, меня провожают на остановку. Я сейчас поеду домой, буду учиться дальше, писать диплом. Ну еще так плохо. Пойди. Колено. Да. Вот я уже почти дома, уже где-то примерно 8 часов вечера. Я поднимаюсь по своей улице. Сегодня был прям супер-супер классный день. Я уставшая, но довольная. Сейчас приду и приготовлю себе что-нибудь покушать. Пока еще не знаю что, но я дико голодная. С того раза, как я поела в универе, я только съела мороженое и все. Я хочу кушать. Поэтому сейчас буду готовить. Ну и после этого буду заниматься дипломом. И, ребята, скажите, если вам нравится такой влог, если вам понравилось смотреть за моей обычной жизнью, то напишите в комментариях, ставьте пальцы вверх. И я буду снимать для вас больше. Да, мне, в принципе, очень понравилось снимать сегодня. Но дико непривычно, конечно, проще, чем мне, когда я сижу перед камерой дома и говорю какую-то конкретную тему, но... Снимать влоги это очень непривычно. Господи, я запахалась просто. Я такая неспортивная. Вы не представляете, это ужас какой-то. Да, так что уже почти дома. Покажу вам, что я приготовила.